Лазарь Семенович, здравствуйте. О, Леночка, здравствуйте. Я очень рад вас видеть. Садитесь. Слушаю вас. Лазарь Семенович. Да. Вы ошиблись. Что значит ошибся? Ну, помните, один шанс на миллион. Да-да-да. Я беременна. Что решили? Где будете наблюдаться? Я хочу наблюдаться у вас. Мне в женской консультации сказали, что дадут открепление. Ну, если вы, конечно, согласны. Конечно, конечно, согласен. Замуж выходите? Лазарь Семенович, какое это имеет значение? Я беременна. Кто жених? Моряк? Симпатичный? Да, моряк. Можно подумать, что у нас есть другие женихи. Нет, других нет. Так вы подпишете? Да, но сначала на анализы. Быстро на анализы. Нужно убедиться, что у нашей молодой мамочки все в порядке. Хорошо. Да. Прошу. Я тебя очень прошу. Тебе нужно переехать? Куда? Ко мне, в офицерское общежитие. Привет, малыш. Вот, решил за тобой зайти. Ну, познакомил бы нас, а? Мой муж Игорь, Александр Кузнецов. Очень приятно. Жена много о вас рассказывала. Пойдем, любимая, пойдем. Александр, я надеюсь, вы не против? Наташ, мы сегодня с тобой в гости идем. Кстати, к большому человеку. Помнишь, я тебе как-то рассказывал, Валерий Владимирович Головин, отцовский друг из особого отдела? Ты чего, малыш? Игорь, я никуда с тобой не пойду. Как ты не пойдешь? Меня же супруга приглашали. Тут вообще никаких разговоров быть не может. Иди один, если хочешь. Концертов не закатывай. Ты что, хочешь мне всю карьеру испортить? Отпусти. До свидания, Наталья Дмитриевна. Пока, Наташа. До свидания. Или ты сейчас идешь со мной, или... Или что? Отпусти. Отпусти сейчас же, или закричу. Ты совсем с ума сошла? Из-за этого своего молокососа! Я же тебя уничтожу! Я вас обоих уничтожу! Прости. Но я уже все решила. Но это мы еще посмотрим. До свидания, доктор. Лазарь Семенович, здравствуйте, это я вам звонил. Здравствуйте, молодой человек. Надеюсь, что у вас что-то серьезное, потому что у меня просто нет времени. Видите, сколько больных? Да, да, у меня всего к вам один вопрос. Может, отойдем? Лазарь Семенович, скажите, пожалуйста, вам знаком такой гражданин Рубин Борис Львович? Да, это мой племянник. Который на днях покидает Советский Союз и уезжает на постоянное место жительства в Израиль. Но я не могу отвечать за своего племянника. Но ведь до 16 лет вы его воспитывали. Кстати, Лазарь Семенович, вы должны получить новую квартиру.
С кабинетом для научной работы. Чего вы хотите? Я хочу, чтобы вы сказали правду. Правду? Кому? К вам подойдет вот этот молодой человек и спросит про одну из ваших пациенток, Елену Анисимову. Возможно, спросит про ее состояние здоровья. Так вот, я хочу, чтобы вы сказали ему правду. Какую правду? Ну как какую? Самую, что ни на есть, настоящую правду. Сказали, что она действительно больна, что она никогда не сможет иметь детей, что... Хотя этого достаточно. Зачем все это? Лазарь Семенович, ну какая вам разница? Лучше думайте о вашем племяннике, о новой квартире. Я вас очень прошу, выполните мою просьбу. Хорошо? Всего доброго. Наташ, мы с Попцом из управления что делать будем? Отправим на обследование или в госпиталь? Наталья Дмитриевна. Что? С Попцом что делать будем? С каким Попцовым? Из управления. А, Попцов в госпиталь. Лен, а у тебя соседка по комнате когда возвращается? Через неделю. А ты мне можешь... Ключ на вечер дать. Без проблем. Ключ под ковриком. Мне очень нужно. Я понимаю. Вахтерше надо шоколадку дать. Зачем? Ну, чтоб пустила. Ага. Хорошо. Моя кровать справа окна. А это еще тут при чем? Я просто... Ничего не надо объяснять. Спасибо. Спасибо. В общем, Лен, мне разрешили сдать экзамены экстерном, так что скоро будешь гулять с офицером Черноморского флота, командиром, между прочим, элитного подразделения. Вить, сядь. Зачем? Сядь, пожалуйста. Ну? Что бы ты сейчас ни подумал и что бы ни решил, я все равно буду рожать, понял? Нет. Я беременна. От меня? Прости, пожалуйста, я не это хотел сказать. Вить, ты чего? Вить. Думаю. О чем? В какой ЗАГС заявление подавать? Здесь или в Очаково? Витя! Витенька! Что дед скажет? Какой дед? Да это мы так командира называем. А сегодня вечером? Мы пойдем с тобой в кино. На самый-самый последний сеанс. А потом будем гулять всю ночь до утра. Зачем? Я тебе потом скажу. Витя. Молодые люди, куда это вы? Я сейчас. Вот. Вы Наташа? А, да.
Спасибо, детка. Проходите. Леночка меня предупредила. Спасибо. Ну что ты стоишь? Иди ко мне. Обними меня. Какая же ты дрянь. Ну ничего. Ничего, ты меня знаешь. Я все могу. Вот, посмотри. Это досье твоего дружка. Очень любопытная папочка. Зачем тебе это? Как это зачем? А ты что, хочешь, чтобы я тебя отпустил? Отдал этому сосунку? Поставил крест на нашей двухлетней совместной жизни? На моей карьере? А у коммуниста должна быть безупречная личная жизнь. Мразь. Я его уничтожу. Я в порошок сотру. Я догадывалась, что от тебя многого можно ожидать. Это нюансы. Этому морпеху конец. И тебе конец. А его и посажу. Как пить дать посажу. Ты меня знаешь. Зачем? Между нами все кончено, Игорь. Как-то все кончено. А мне как раз кажется, что все только начинается. Что ты хочешь? Что я хочу? Ты его должна послать. Ясно, конкретно и навсегда. И чтобы я это слышал! Ты позвонишь ему и назначишь встречу на завтра. Ты меня поняла? Ты меня поняла, шалава? Да. Назначишь встречу на завтра. Свежее пиво у нас всегда самое лучшее. Приходи потише. Обязательно. Давай, забирай. Спасибо. Крышку только потом закрути, чтобы не вылезло. О, комиссар пожаловал. Сто лет не виделись. Ай, давай. Вот такая вот. Разговор есть. Ну? С премией были проблемы. Я гляжу, челюсть у тебя уже зажила? Да нет. Твое кое дело. Ну? Поквитаться предлагаю. Ладно. Пацаны-то все прекрасно себя чувствуют. Девок тискают, награды получают. Поквитаться можно. Говори. Слышь, пивка еще попьем. В общем так, сегодня
ровно 8 часов вечера. Один из них будет на том самом месте, где вы с ним познакомились. Так что все в твоих руках, Стасик. Один будет. С женой моя будет. Жену не трогать. А че так? В прошлый раз пугануть просил. А в этот раз что, передумал, что ли? Пуганули уже, пугалки. Ты тюльку не гони, а то мы и тебя отоварим. Лучше его отоварить. Жену мою раньше надо было, теперь уже поезд ушел. Сегодня нужно просто морду пацанчику набить, а можно и не только морду. Главное, чтобы он на всю жизнь запомнил. Ну, что поделаешь, бывает. Ну, а мой-то какой резон? Ну как? Месть. Показать всему городу, что ты самый крутой. Ну, от меня. Для тебя маленький подарочек. Для твоей ласточки. Мы скоро в Средиземное море уходим. А там, может, в какой-нибудь порт зайдем. Глядишь, диски. Или магнитофон. Люк. У них сейчас такие люки пошли. Черный такой. Стеклянный. Будет тебе, Люк. Главное, с пацанчиком вопрос реши. Заметано. Че? Короче, так. Господин офицер. Товарищ Мичман. А, товарищ Мичман. Мне кажется, что я вас люблю. Только кажется. Извините, ребят, там пацаны пришли, шмотки посмотреть хотят. Смотрите. О, джинса. Класс. Товарищ Мичман, вы самый лучший мужчина на земле. Пока. Здорово, парни. Привет. Салют. Ух ты. Опа. Шузы еще возьму. Пусть брат померит. А мне предки как деньги пришлют, так сразу. Сразу и отдам. Годится. Ну ладно, мы пошли. Проводишь? Пойдем. Счастливо. Спасибо тебе, Стерек, большое. Давай, счастливо. Если что, мы всегда рады. Бери. Да нет. Забирай. Ленке идет. Слушай, с деньгами сейчас. У деда не хочу просить. Потом деньги появятся, отдашь. Бери. Ну ладно. Табак. Хотел про Кузю поговорить. Может, вы уже помиритесь, а? А то я устал между вами разрываться. Рубашка хорошая. Спасибо, Серег. Да. Командованием принято решение направить Кальдерон десантный корабль «Воронежский комсомолец» с усиленной ротой морских пехотинцев для возможной эвакуации сотрудников советского посольства и гражданских специалистов. Товарищ Щелпаков, задача ясна? Так точно, товарищ командующий. Корабль к боевому походу готов. Яковлев,
Твои что? Товарищ командующий, десант морской пехоты к погрузке готов. Хорошо. Сегодня ночью на погрузку. Есть. И учти, Валентин Алексеевич, там война может начаться со дня на день. Так что лучших бери. Есть, товарищ командующий. Саш, нам не нужно больше встречаться. Это что за новость? Прости, я морочил тебе голову, я просто развлекалась. Понятно? Непонятно. Я хочу сказать, что не нужно ко мне ходить, и звонить мне тоже не нужно. Подожди, Наташ. Я что-то не понимаю. Что-то случилось? Ничего не случилось. Просто я люблю своего мужа. А у тебя все будет хорошо? У меня все было хорошо вчера с тобой, и это не было похоже на развлечение. А на что это было похоже? На любовь. Прощай. Наташ! Я тебе не верю! Это не ты, это он тебя заставил! Я буду ждать тебя здесь завтра! И послезавтра, и каждый день! В это же время! Я слишком тебя люблю, чтобы просто так отпустить! Идет. Угу. В чем дело, ребят? Морячок, не торопись, а то опоздаешь. О, да ты уже лейтенант. Ну че, без своих дружков не такой борзый. Помнишь нас? Весной встречались. Ребят, вы ошиблись, наверное. Да нет, морячок, не ошиблись. Послушайте, мужики. Пропустите, пожалуйста, на автобус опасно. Стоять! Э, парни! А вас не многовато на одного? Ты же сказал, на один. Ты же сам, что ли? Сейчас я это буду делать, давай. Ты как? Нормально, нормально. Ладно, побегу, не хочу патрулю попадаться. Давай. Давай. Сука. Че разлеглись? Валите отсюда! Дай сюда! Что, опять облажались? Да пошел ты! Люк по-любому с тебя! Вали, я сказал! А ты останешься, будешь потерпевшим. Ясно? Давай быстрее. Стоять! Товарищи! Товарищи! Товарищи, я знаю, кто преступник. Витек, слышь, у тебя тут письмо. А, от родителей? Да нет, вроде. Малец какой-то на велосипеде привез. Сказал отдать лично в руки. Ваша Лена – девица легкого поведения. Об этом знает весь Севастополь. Она сказала, что у нее будет ребенок, чтобы вы на ней женились. На самом деле у нее не может быть детей. Это подтвердит ее лечащий врач. Гинеколог родильного отделения Центральной больницы Гольцман Лазарь Семенович.
Витек! Витек, ты чего? Новости плохие? Витек! Ты мальца запомнил? Да говорю же, на велосипеде, обычный такой, в шортах. А. Витек! Слышал, жениться собрался. Поздравляю! Витя! Привет! Как хорошо, что ты пришел! Смотри, я одной девочке платье на прокат взяла, настоящее свадебное платье! Лен, я пойду. Смотри, у меня даже фата настоящая. Зачем тебе все это? Что это? Ну, это все. Любовь, свадьба, ребенок. Это для того, чтобы замуж выскочить. И неважно за кого, лишь бы замуж. Вить, ты чего? Да ничего. Хватит строить из себя дуру. Противно. Что противно? Почему противно? Я вообще не понимаю, о чем ты говоришь. Да все ты понимаешь. Я сюда вообще приходить не хотел. А потом решил тебе в глаза посмотреть. Пожалуйста, смотри. Что увидел? Лен, конечно, тебя любил. А ты? Витя, Витя, подожди, пожалуйста! Витя! Прощай! Ну подожди! Ну подожди же! Я ничего не понимаю! Витя! Лена, я не понимаю ничего! Ничего не понимаю, что тут происходит! Витя! Скардин! Я! Сколько у меня времени осталось? Через 15 минут погрузка на корабль! Я тебя понял. Вы абсолютно уверены, что это был лейтенант Кузнецов? Было темно, вы не могли ошибиться? Я не мог ошибиться. Я абсолютно уверен, я уже устал об этом говорить. А позвольте вас спросить, вы откуда так хорошо знаете Кузнецова? Служите вместе? А это не ваше дело, товарищ капитан-лейтенант. Если вы по каким-то причинам не доверяете моим показаниям, то я могу принести характеристики из особого отдела штаба флота. Рекомендации капитана третьего ранга Головина вас устроят? Да я не сомневаюсь. Ну, вот и хорошо. Я надеюсь, что на основании моих показаний дело будет передано в военную прокуратуру. Для этого нам нужно допросить подозреваемого. Ну так допросите, товарищ капитан. Займитесь своими непосредственными обязанностями. Товарищ капитан лейтенант, боевая тревога. Вам срочно нужно явиться на корабль. Я на вас очень рассчитываю. Ну, пойдем, что там? Построить роту в 4 шеренги! Есть! Быстрее, быстрее! Первый взвод! Здесь выстраиваемся на линию! Сержант, подталкивайте отстающих! Второй взвод! Что там, делимся? Быстрее, быстрее! Выравниваемся тоже здесь! Догоняем! Догоняем остальных! Давай, давай, давай! Равнение на середину! Товарищ полковник, десантно-штурмовая рота для погрузки на корабль построена. Старший на погрузке, капитан Федорченко. Начинайте погрузку. Есть. Рота! Слушай мою команду! Направо!
На корабль бегом! Марш! Ребят, береги, майор. Так точно, товарищ полковник. Удачи. Эй, живой. Хорошо. Командиры взводов, ко мне! Разместить личный состав. Через час жду вас у себя. Выполнять. Есть! Есть! Что, пошли! Растягиваемся! Здравия желаю, товарищ командир. Где вы пропадаете, товарищ капитан-лейтенант? Без того вас по всему городу ищут. Виноват, товарищ командир. Семейные обстоятельства. Хорошо, идите. Через 40 минут отходим. Михаил Васильевич, а что, внеплановые учения? Какие учения? Боевой поход уходим. Далеко? Далеко. Очень далеко. А как же? Ведь я же... Выполняйте приказ, товарищ капитан-лейтенант. И займите своими непосредственными обязанностями. Есть. Делегат, твою мать. Здравия желаю, товарищ капитан-лейтенант. Лейтенант, срочно вас освободил штаба флота. Телеграмму по ЗАС. Какую? Записывай. Угу. Капитану третьего ранга Головину. На борту БДК «Воронежский комсомолец» находится лейтенант морской пехоты Александр Кузнецов. По имеющейся оперативной информации, данный офицер скрывается от советского правосудия после совершения преступления, связанного с нанесением тяжкого телесного повреждения гражданскому лицу и материального ущерба. Вы что ждете, лейтенант? Пишите! Товарищ капитан-лейтенант, все радиограммы только по согласованию с командиром корабля. Лейтенант, ваше дело отправить. А с командиром я сам решу. Не имею на это права, товарищ капитан-лейтенант. Простите, но у нас смена ключей. Вы нас без связи оставите. Попрошу покинуть пост. Но ты у меня еще вспомнишь, когда я тебя из комсомола попру. Здравия желаю, товарищ капитан-лейтенант. Да ладно, лейтенант, брось. Мы же теперь с тобой практически братья. С чего это вдруг? Как ты с чего? Ты у меня жену уводишь. Ты что думаешь, я на это просто так смотреть буду? А ты не смотри, замполит. Ты мне в рожу дай. Или на дуэль вызови. А знаешь, Кузнецов, я рад, что мы с тобой на одном корабле. Путь нам предстоит не близкий. Может, еще и подружиться успеем. А? Мы с тобой? А если не успеем? Ну тогда, лейтенант, я тебе не завидую. Дай-ка пройти. Thank you.
не пришел? А у нас ведь и тоже все. Он вчера пришел, наговорил столько гадостей и ушел. Я не понимаю, почему. Не понимаю. Ну, Тош. Какие же мы с тобой дуры. Ой. А знаешь что? Пойдем ко мне. У меня бутылка вина есть. Отпразднуем. Что отпразднуем? Счастье наше, бабское. Отпразднуем. Пойдем. Товарищ полковник, лейтенант Кузнецов подозревается в совершении уголовного преступления, нанесении тяжких телесных повреждений гражданскому лицу и порчи личного имущества. Ну и что вы от меня хотите? Мне приказано задержать лейтенанта Кузнецова и доставить его в гарнизонную комендатуру для проведения дознания. Ничем не могу помочь. Лейтенант Кузнецов убыл в командировку. Товарищ полковник, прошу вас, как только лейтенант Кузнецов вернется в расположение, проинформировать комендатуру. А я что, тебе информатор? Сиди и жди. Вернется, задержишь. Товарищ полковник. Товарищ капитан-лейтенант, идите и несите службу, как полагается. А меня в ваши дела не впутывайте. Свободные. Есть. Я Ленинград. Объявляю цель воздушная. От вас перед 240. Дистанция 20. Курсовой параметр 0. Высота 300. Предположительно натовский вертолет «Синай». На провокацию не поддаваться. Везде наблюдение. Злодеи прилетели! Зениткой по нему пальнуть надо! А если он дерьмо на нас пылит? Отставить веселье! Так интересно же, товарищ Боцман, что ты ему машешь? Ты ему задницу покажи! Товарищ командир, добро тревогу! Боевая тревога. Средством ПВО боевая готовность номер один. Боевая тревога. Средством ПВО боевая готовность номер один. Цель – воздушный вертолет «Пеллинг-240». Дистанция 20. Взять на сопровождение. Вон висит. Старпом, смотри, чтобы он тебя на палубу дерьмо не вылил. Добро Зайчиков выпускать. Добро, только не зверствуй. Боцман, Зайчиков выпускай. Семенов, Зайчики! Ветром живее! Давай, дорогой! Ну что ты, я не знаю! Так, поймай его! Супостата! Контролирует. Супостат. В этот раз разве что на палубу к нам не сел. Так близко еще не подходили. Наглеют. Мы ж в Атлантику вышли. Что с воронежским комсомольцем? Товарищ командующий, воронежский комсомолец прошел Гибралтар. Через 12 суток он присоединится к БДК Фильченков, дислоцирующемуся у берегов Кальдерона. Товарищи, в генштаб поступили разведданные из Кальдерона. Повстанческие войска подошли вплотную к границам Кальдерона. В генштабе уверены, что попытка военного переворота может произойти в самое ближайшее время. По прибытии воронежского комсомольца рота морской пехоты переходит в распоряжение нашего военного советника при президенте Кальдерона, капитана первого ранга Амирова. Понял, товарищ командующий. Но это еще не все, к сожалению.
при перегрузке ракет с Николая Фильченкова эти кальдероновские вояки, будь они неладны. Нет, ты представляешь, Ваня, они контейнер с ракетой утопили. С лебедки она у них, видите ли, сорвалась. Твою мать. Значит, во избежание утечки секретной информации, ракету в ближайшее время необходимо поднять. Для выполнения этой задачи в Кальдерон направляется группа боевых пловцов. Все ясно, Игорь Васильевич? Товарищ командующий, поднимать затонувшие предметы – это не наш профиль. А я не спрашиваю вас о вашем профиле, товарищ капитан первого ранга. Виноват, товарищ командующий. Вот так-то. Выполнив задание, приступите к выполнению своих основных обязанностей. Обеспечению высадки десанта на берег и охране кораблей от подводных диверсантов. Есть, товарищ командующий. Садитесь. Есть. А опытного инструктора, водолаза, мы вам в группу дадим. Я полагаю, Семёныч Николай Иванович? Угадал, Иван Ильич. Конечно, мичман Смирнов Василий Семёныч. Куда ж без него? Товарищи, хочу представить вам подполковника Иванова Сергея Николаевича. Главное разведывательное управление Генштаба. Группа боевых пловцов поступает в его распоряжение. Операцией по подъему ракеты также будет руководить подполковник Иванов. Прошу вас, товарищ подполковник. В связи с обстановкой в Кальдероне отправлять туда военный борт небезопасно. Единственная возможность переправить группу – это военно-транспортным самолетом перекинуть их на нашу базу в Бургунди, а оттуда катером на борт Воронежского комсомольца. Товарищ командующий, я сверился с маршрутом комсомольца. Это самый оптимальный и надежный вариант. Добро, добро. Вопросы есть? Никак нет, товарищ командующий. Разрешите выполнять задачу? Значит, вылет группы назначаю на завтра. Все свободны. Да, вот так вот. Вот дожили, товарищ генерал. Будем всякие железки теперь со дна поднимать. Приказ есть приказ. Пошлю туда сверхсрочников. Все-таки война, а они у меня люди опытные, тем более боевого опыта у них не занимать. Угу, верно. Тем более, одной ракетой не обойдешься. А кого собираешься командиром послать? Иван Ильич, думаю, в полном составе группы отправить мичмана Табачникова. Ну, конечно, если вы не против. Может, кого поопытнее? Поопытнее? Так у вашего внука все-таки самые лучшие глубоководные водолазы. И тем более он сам начинал как водолаз. И они у меня самые лучшие, тем более, если с ними Семенович пойдет. Иван Ильич, если вы думаете о войне, то вы же понимаете, что они у меня редко на берег выходят. И тем более, зачем там морские диверсанты-то нужны? Для эвакуации есть морпехи Яковлева, все сделают. Но если вы, конечно, мне скажете, то... Да нет. Ты командир, тебе и решать. Понял.